Название этой нейронки говорит само за себя – машины с душой. На этом сервисе вы в бесплатной версии можете практиковать свой английский язык в диалоге с цифровым помощником. Причем именно в диалоге, а не в переписке. Ну а на этом можно не останавливаться и создать своего собственного цифрового ассистента. Soul Machines. Слушать, понимать, говорить, создавать. Вообще, Soul Machines создают цифровых помощников для бизнеса. Таких онлайн-консультантов, которые работают на основе ИИ, и которых можно обучать самостоятельно. Они могут снять нагрузку со службы поддержки по самым часто задаваемым вопросам, например. Ну а демонстрационные аватары дают довольно интересные возможности для обычных пользователей. Вообще без регистрации можно пообщаться с ними и попрактиковать свой английский в разных ситуациях. Кстати, не только английский, испанский тоже появился. Тут и планирование путешествия, и подготовка к собеседованию, и многое другое. Давайте попробуем именно языковую практику. В этом нам поможет Алекс. Сразу скажу, что общался я с ним голосом, хотя печатать слова тоже можно. Но я решил уберечь вас от своего английского. Принимаем условия и... Окей, Алекс. Hey, how's your day going so far? Hi, it's nice to meet you. What brings you to this coffee shop today? Кофешоп так кофешоп. Вы можете развернуть диалог, где будет полная расшифровка. Remember to say hot instead of hard. Как видите, он не просто находит ошибки, но и исправляет их. Если же вы хотите практиковать английский в специфических темах или же знаете английский, но хотите получить консультации ИИ, то такая возможность тоже есть. Поговорим, например, с тренером. Are you pumped to get some workout tips today? Atlas, как мне накачать мышцы? To build muscles, focus on strength training exercises like squats, deadlifts, and bench presses. Обязательно продолжу этот диалог, но надо показать еще, как создавать своих цифровых помощников. Для этого уже надо зарегистрироваться. Базовая версия даст вам только ознакомиться. Встроить своего аватара, допустим, к себе на сайт, возможности нет. Но давайте хотя бы посмотрим, что из себя представляет процесс. Во-первых, вы можете кастомизировать внешний вид помощника. Такая игра Sims на максималках. Одежда, внешность, кстати, можно добавлять лого своей компании, а также загружать фон. Ну и много чего еще. В конце даем аватару имя, и через 30 минут он появится в списке существующих помощников. Теперь идем в создание проекта. Hello there, welcome to Digital DNA Studio. What are we working on today? В списке есть и созданные нами, и шаблонные помощники. Можно выбрать стиль общения. Пусть будет просто дружелюбный. Дальше знания и компетенции помощника. Здесь у нас шаблон, поэтому давайте посмотрим, что же там внутри. По сути, уже на основе GPT существует определенный алгоритм, который мы можем корректировать, например, выбрав специальность нашего помощника. Скорректировав его стиль общения, добавив ключевые слова. Или загрузив промпт, который бы описывал все, что мы хотим от нашего аватара. Пример, конечно, можно посмотреть в шаблоне и переписать под себя. Ниже мы можем вписать основные моменты, которые помогут помощнику лучше сориентироваться в той области знаний, которая нужна нам. А также можно прикрепить ссылку на базовый документ с необходимой информацией, например, прописанный регламент работы в вашей компании, часто задаваемые вопросы и так далее. Можно задать приветственное сообщение и указать список запретных тем, на которые аватар говорить не будет. Цензура. Можно также ввести текст сообщения, если что-то пошло не так, и помощник затрудняется ответить. И еще несколько опций, которые вы можете настроить под себя или довериться шаблону. Дополнительные скиллы тоже можно кастомизировать, от погоды до произношения слов. Теперь выбираем, на каком языке будет говорить аватар, русский присутствует, и сам голос. Выбор, правда, невелик. Hello, how are you doing today? BY Entering Example Text, you can observe MY voice and behavior. Привет! Как дела? Прекрасный русский язык. Просто приветственный текст остался из шаблона. Теперь выбираем язык нашей аудитории и кому мы доверим языковую базу. Дальше можно определить, какой будет камера, статичной или динамической, и остается только сохранить.
Да, конечно, в рамках этого видео сложно показать все особенности настройки, но в бесплатной версии мы особо и результат ощутить не можем. Исключительно предпросмотр возможностей, чтобы понимать, нужен ли нам этот инструмент. Даже просто пообщаться с цифровым ассистентом — это уже отличная возможность прокачать свой разговорный английский. Ну а создать своего собственного цифрового ассистента — это вообще безграничные возможности для творчества и адаптации к конкретным задачам. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Меня зовут Александр Рыбаков, теплица социальных технологий.